Друзья, совсем недавно ко мне пришла очень интересная идея. Мы планируем с группой «Светолой» съемки клипа на песню «В белом платье». И решили сделать это немножечко нетрадиционно, как мы привыкли снимать видеоклипы уже на протяжении 10 лет существования нашего коллектива. Мы объединим огромное количество профессионалов свадебной индустрии и также отберем некое количество невест, а это, как мне кажется, 15, возможно, 20, которые действительно смогут себя ощутить настоящими невестами, приняв участие в съемках клипа. Думаю, что моя идея воплотится в жизнь, и все те люди, которые меня поддержат, а это мои друзья и профессионалы своего дела, помогут мне в ее реализации. Я в это верю. Поговорим. Совсем недавно мы показывали вам, как проходили съемки клипа группы «Светолой» на песню «В платье белом». И сегодня в «Чехане базар» долгожданная презентация. Поехали! Рядом со мной Мария. Уже успела одним ухом на саундчеке послушать замечательный голос этой девушки. Знаю, что активно сотрудничаете с Сергеем Лобковским. Расскажите, над чем работаете с ним? Всегда в творчестве, всегда чего-то ищем. Сейчас подбираем новый репертуар, потому что нужно обновлять как-то все-таки плейлист, с которым мы работаем. Вот сейчас клип, презентация у группы. Вам еще не показывали? Мне еще не показывали. Я не принимала участие в съемках, поэтому для меня это такая интригующая какая-то штука, ожидание. Вот. Я думаю, что должно получиться что-то очень праздничное, потому что свадьба — это всегда такое волнующее мероприятие, чаще праздничное. Вот правда праздник, вот я жду такого тыдыщ чего-то на экране. Я думаю, что так и получится, потому что группа «Светолой» по-другому быть просто не может. И пара добрых слов для группы «Светолой».
пару добрых слов для этой группы потрясающей. Это моя семья, поэтому я хочу пожелать нашей дружной команде, крепкой семье всегда быть на одной волне, чтобы было меньше конфликтов, которых как бы нет, но в любом деле они могут появляться. Вот чтобы их не было вообще, и чтобы наши творческие мысли всегда совпадали, и получился классный продукт в результате. Рядом со мной Андрей Буяльский. Андрей, сегодня у нас презентация клипа. Вот скажи честно, тебе его уже показали? Нет, даже предельно честно нет, конечно, как же. Должно же быть предвкушение, да, то есть обязательно. То есть нет, я его не видел, честно. Какие у тебя есть ожидания по поводу клипа? Все-таки свадебная тема, платье, невесты. Вот что ты думаешь там увидеть? Я скажу так, что с Сергеем знаком я очень давно, и все, что он делает в творчестве своем, как в музыкальных клипах, так и в музыкальных произведениях, да всегда что-то интересное, новое какое-то дыхание. Я думаю, что чем-то он нас порадует, удивит по-хорошему, даст какой-то всплеск положительных эмоций. И свадебная тема, ну почему, невеста — это всегда хорошо, это же здорово. Вот, поэтому я думаю, что всем невестам, женихам, будущим невестам и будущим женихам будет интересно увидеть этот клип. Да, я думаю, не только те, кто уже с колечком, где они там, здесь же, да, по-моему? Да. Вот, ну, я думаю, что уже тоже будет интересно посмотреть. Мне в том числе, как холостяку, тоже будет интересно глянуть на это. Вообще, я знаю, что в 2017 году группа «Цветолой» взяла такую фишку для себя, тема любви, семейных отношений и того, как нужно относиться друг к другу. Насколько ты думаешь, эта тема сейчас актуальна, в принципе? Да, я думаю, мега актуальна, потому что семейные ценности, как бы это ни звучало громко и пафосно, они превыше всего, то есть семья – это главное, это основа, как это говорили в советское время, ячейка общества, да, и, ну, это социум, это все, что основано на семье, ну, как бы это фундамент, поэтому я думаю, что это очень здорово, что Сергей затрагивает эту тему, и потому что веяний сейчас очень много разных, да, не будем в подробности попадаться, но здесь как бы мужчина, женщина, любовь, красиво, здорово, гармония, то есть я обеими руками за. Ну что ж, наконец-то презентация, ждем клип, признайтесь честно, вам его показали уже? Нет, нам его еще не показали, но я уже очень хочу его увидеть, потому что ожидания после таких крутых съемок, очень интересно уже посмотреть, что получилось. Как ты думаешь, какая основная идея, посыл будет у клипа, твои ожидания? Я считаю, что, наверное, все-таки какой-то секрет и изюминку нам покажут все-таки, когда уже клип выпустят. Но сам по себе, мне кажется, клип будет очень веселым, позитивным. И некоторые секреты, которые там скрыты, вы увидите сегодня. Пару добрых слов для группы «Цветолой». Для «Цветолой» я желаю процветания, чтобы у них было все круто-круто, и чтобы всегда у них была улыбка на лице, и они продвигались все дальше и дальше. Друзья, Ян Майер с нами. Сегодня у нас презентация клипа. Великий день, признайся честно, может быть, тебе уже показали клип? Нет, мне клип не показали, но я принял такое незримое участие в съемках, точнее, в процессе производства клипа. Ко мне приходили ребята, главные герои, озвучивать себя в клипе. То есть у меня на студии они записали свои фразы, да. И я видел вот эти маленькие кусочки. Сразу могу сказать, картинка на высоте. Нам стоит ожидать того, что будет очень много разных планов. Краны, стабилизация, красивый свет. Сережа со своей командой, все очень красивые. Девушки просто. Я там увидел пролет камеры над невестами. Я не знаю, глаза разбегаются просто. А тебе сложно было работать с ними? Говорят, молодожены очень капризные. Правда это? Нет, это неправда. Молодожены... Не, наверное, есть капризные, но не те, которые снимались у Сережи. Были покладистые, слушались? Я тебе скажу так, если не слушаться Илью Шапира, это режиссер клипа, то обычно в Илье просыпается дикий зверь, и он начинает очень сильно ругаться, а если его не слушать, когда он ругается, то он может начать драться. То есть я всем, кто будет работать с Ильей Шапира, советую слушаться его, он все-таки человек опытный, и он своим творческим видением видит далеко вперед. Поэтому все указания, которые он дает, нужно исполнять. Но мы сегодня сможем убедиться в том, что его работа – это всегда работа на высоте. А что можно посоветовать тем, кто будет работать с Сергеем Лобковским? Сергеем Лобковским, во-первых, ну, мы слышим, сейчас выступает его бэнд.
пока без Сережи. То, что Сережа круто поет, мы все знаем, мы все слышим его песни, новинки. Сейчас мы слышим, как круто играют его ребята. А тем, кто будет работать с Сергеем Лобковским, мы желаем крепких ладошек, кожи на ладошках, потому что нужно громко хлопать. Я уверен, что его выступления будут всех приводить в восторг. А он же еще ведущий к тому же. На расхват вообще. Так вот, человек на расхват. И смотрите, сегодня для нас организовал такую красоту. Давай как-нибудь классно его поблагодарим, передадим ему привет. Сережа, ну я только что вот от тебя, получается, и благодарю еще раз тебя за такой замечательный вечер. Я тебя поздравляю с клипом, я поздравляю тебя с таким проектом. Я знаю, что это тяжелая работа, я знаю, что это масштабная работа, я знаю, сколько усилий артист вкладывает в такую работу. Ты молодец, все удалось, и дай бог, чтобы и дальше так было. Сегодня у нас презентация клипа. Большой день. Вот твои ожидания по поводу клипа, твои мысли. Ой, я бы хотел сказать для начала, что Сережа большой молодец, то, что сделал вот такое. Я очень давно никуда не выбирался, но атмосфера потрясающая. Удобно посидеть, что-то перекусить. Там вип-зона, тут обычные гости. Все очень свободно. Потрясающее место, потрясающая идея. Поэтому он большой молодец, и с каждым годом он делает свои презентации все лучше и лучше. И стоит поучиться, кстати, белорусскому шоу-бизнесу. А что по поводу клипа? Как думаешь, что будет интересного? Я думаю, что съемки были очень масштабные, поэтому я ожидаю какого-то такого «Ого! Вау! Ну, неплохо! У него это получилось!» Ну, то есть мы с ним очень много знакомы, поэтому я не буду этот клип оценивать как зритель, наверное, объективно его не смогу оценить. Я его оценю субъективно, что этот человек сделал для того, чтобы все это организовать. Потому что я знаю, как это сложно, и ему, конечно, в любом случае большое уважение и благодарность за то, что все это такое получилось. Но песню я слушал, я не знал, что она вышла, я сегодня зашел в интернет, послушал. Готовился. Это что-то новое. Такого Сережу я еще не видел. Я думаю, что это хороший знак. Александр, вот скажите честно, вы уже видели клип? Только фрагменты я смаковал до самого конца. Увидеть его целиком и полностью в такой торжественной обстановке, мне кажется, это будет веселее, круче и больше впечатлений у меня будет от этого. Расскажите немножко про ваш вклад в эту работу и вообще в поддержку Сергея. Я его просто поддерживаю как старший брат, а в данном клипе на самом деле у меня не получилось поучаствовать, хотя он меня приглашал, я был очень занят и не смог приехать, но Серега и так справился, по-моему, на все пять. Как вы вообще думаете, тема любви и семьи, насколько она сейчас актуальна? Ну, актуальна на все 100%, тема семьи всегда была важна для любого человека, это ячейка общества, это то, ради чего стоит жить, вы сами понимаете. А Сережа мой сейчас порхает в облаках, вы сами все это видите. У него прекрасная жена, прекрасный ребенок. Я просто счастлив и рад за него. Давайте пару добрых слов для группы «Цвет алоэ», для Сергея. Ваши пожелания всем гостям, что-нибудь такое очень доброе-доброе. Ну, хочу пожелать Сережке таких же дальнейших творческих успехов, чтобы он так же, как и сейчас, был целеустремленно, делал классные вещи, любил людей, удивлял и восхищал всех, как он все и пытается делать для сегодняшнего момента. Я его люблю, он мой брат, этим все сказано. Ну, это здорово, когда артист говорит о действительно важных вещах, потому что Сергей мог бы сам надеть белое платье в клипе сняться и гарантированно получить сразу информационный повод, там миллионы просмотров, там все такое, но ребята делают музыку со смыслом, правильно, с какой-то семейной ценности, и это классно. Я согласен с Вовой. По поводу клипа, вообще ваши ожидания, что будет интересно, будет ли что-то, фишечки какие-то, как вы думаете? Ну, как всегда, будет Сережа, который супер романтичный герой, там поцелуи, романтика. Ой, давайте делать ставки, да, будут поцелуи, да, красивая девушка будет. Романтика будет. Романтика будет. Да, будет, какая-нибудь слезы будут, но потом все будет хорошо. Как вы думаете, сколько будет невест? Одна. Так, ну вопрос под боком. Две невесты. Три будет. Давайте что-нибудь доброе для группы «Цвет алоэ», для всех гостей. Мы очень рады всегда присутствовать на таких мероприятиях, потому что это говорит о том, что наш, вот, как сказать, шоу-бизнес движется вперед, мы работаем, мы снимаем, несмотря ни на что, несмотря на то, что все горит в аду, короче, но мы делаем что-то, стараемся. Самые честные слова за этот вечер. Добавите что-нибудь доброе. Весна, скоро лето, а потом осень и Новый год скоро.
Мои ожидания, что все-таки клип по рейтингу будет в топе 10. Есть, ну, понятное дело, если его возьмут в ротацию. Сереже я хочу пожелать удачи и процветания, творческих взлетов и только взлетов, никаких падений. Ну, я же со своей стороны гарантирую поддержку ему. Как вы думаете, сколько будет невест в клипе? Порядка 50, вот так предположу. Сегодня мы собрались здесь, чтобы соединить в браке два любящих сердца. Прошу прощения, это моя свадьба? А где мой жених? Сегодня так сложно сдерживать эмоции. Я не могу скрывать их вовсе. По взгляду читаю, как счастлива со мною ты. И это лучшая награда. Только ты одна. Кружишь в белом платье, платье от Versace, словно чистый ангел. Гости в парадном готовы декорации. И в воздухе витает счастье. Мурашки по коже, мы как на коронации. И нам никто не помешает. Только ты одна. Кружишь в белом платье, платье от Versace, словно чистый ангел. В моей голове нет места. Кружишь в белом платье. Всем там, я не понимаю, что это за такое вообще? Кому? Подождите, я прозвучало героическое слово. Режиссер! Давайте поаплодируем, друзья. Итак, Дима, Илья, выходите. Друзья, Илья Шапира, ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Дима Николаевец, аплодисменты. Если вы еще не знаете, что такое режиссура, хотите познакомиться, это к ним. Итак, сразу ключевой вопрос. Как вообще, как вам было работать с этим коллективом, с коллективом Цветалоя? И как вам приходилось терпеть издевательство лидера этого коллектива Сергея Лобковского? Впервые такой делался, он достаточно большой, объемный, да, я думаю, что это единственный проект на данном этапе в Беларуси такой. Поэтому задуматься, как что происходило и как что мы делали, некогда было. У нас было очень ограниченное время, у нас отключалось электричество, поэтому
мы гнали, гнали, гнали. И вот результат. Надеюсь, всем понравилось. Скромный парень Илья, он на самом деле буквально первый в Беларуси снял клип, в котором 15 очаровательных девушек в очаровательных замечательных платьях. Рядом Сергей Лобковский, много-много-много профессионалов рядом, и он так прямо скромно, ну в общем-то ничего, только что включалось электричество. Наградите аплодисментами этого монстра режиссуры Илья Шатлина. Так, Дим, что лучше расскажи, может, у тебя есть какая-то информация, которая проскочила мимо наших ушей пока. Я хочу поблагодарить всех ребят, которые принимали участие. С вами было очень легко работать, на самом деле. То есть вы не профессиональные актеры, и я думал, что будет сложнее, но было очень просто. Сергей не даст соврать, и сам Сергей молодец. То есть, ну, мы знаем, что Сергей очень требовательный человек, и... Ну, все хорошо, все получилось. Сережа, молодец! Пам. Аплодисменты, дорогие друзья! Но, вы знаете, вот я не могу вас отпустить отсюда. Два режиссера и второй режиссер, и неужели на съемочной площадке никакой такой не было какого-то такого события, о котором может написать желтая пресса. Там же море людей, которые ждут, ну, чего-нибудь такого жаренького, ну там не знаю, как Сергей снимался клипа, у него раз потом опа, и ширинка расстегнута была, потом переснимать приходилось. Или как кто-то там платье не поделил. Что-нибудь. Мы не подрались, нет. Я очень благодарен Кириллу за невероятный саунд. Действительно, что-то такое новое для Беларуси, что-то свежее. Я надеюсь, что, Кирюх, это не последняя наша работа. Я верю, что мы еще пошумим в Беларуси. Кирилл Матюшенко, один из лучших саунд-продюсеров Украины и Беларуси. И я думаю, что в будущем всего посадится попростаться. Да, Кирилл, спасибо, дружище, творческих тебе успехов. Аплодисменты, друзья. Ну и также я бы хотел пригласить сюда человека, без которого бы не написалась эта песня. Это моя любимая жена Виктория Лобковская. Давайте поаплодируем, лучше выходи сюда. Да. Именно для нее были посвящены слова этой песни. Тогда, когда я сопереживал весь свадебный день 3 июля, а у нас была свадьба этим летом. Спасибо тебе, любимая жена, за вдохновение. Давайте поаплодируем еще раз ей. Это моя любовь, это мое счастье. И я хочу сказать, что мужчин вдохновляют только женщины. И дай Бог вам здоровья, сил терпеть нас, маленьких детей. Ну и еще хочу пожелать, чтобы все женщины, которые в будущем будут рожать, через месяц выглядели как моя супруга. Аплодисменты еще раз ей. Спасибо. Спасибо за сына и спасибо в будущем за дочь. Люблю тебя. Ну что, друзья, мы начинаем под ваши аплодисменты. Я тебя, кружишь меня в твоей, в твоей.
решили немного пообщаться с гостями. И что вы думаете, что не гость, то танцор, певец, режиссер. И встретился нам дизайнер Вадим. Добрый вечер. Скажите, как вам клип только что показали? Очень понравилось. Было очень интересно, ново, креативно. Очень интересно. Совместили конкурс и клип. То есть очень интересно. Понравилось очень. Как вообще вам эта тема свадебная? Близка ли она для вас? Свадебная, но есть только связанная с одеждой. То есть, по крайней мере, в ближайшее время планирую свадебную коллекцию делать. А какие коллекции сейчас вы делаете? Сейчас вот скоро будет показ 24 марта, в следующую пятницу. Вы нас приглашаете? Да, приглашаю. Будет одежда трансформер именно для активных людей и для певцов, ну, актрис, то есть, которые часто в гастролях, то есть, чтобы на одной вешалке было 10 изделий. Ну, превосходная работа, в которой задействовано множество людей, творческих, красивых, которые, ну, очень красиво все показали. Они даже этим клипом вдохновляют другие пары на создание семьи. Мне очень понравилось. Социальные цели. Да, социальные цели, которые преследуются. Именно, как Сергей сказал, чтобы от такой любви всегда рождались детки. И очень интересно, что у них уже есть дети, и как многодетная мама, я желаю, чтобы у них было много детей. Как вам клип? Ну, замечательный клип, замечательная группа, настолько все гармонично. И такая она, знаете, жизненная, посвятил жене, можно сказать. Короче, замечательная, мне очень понравилось. Ну что, Вика, посмотрела на себя красиво, как тебе клип, ты довольна собой? Собой, в принципе, довольна, потому что ожидала худшего. Почему? Потому что я такой самокритичный человек на самом деле, но речь не обо мне на самом деле. Нужно, я очень горжусь своим мужем на самом деле, ну, он умничка большой, он организовал столько людей, у него столько идей у него было, столько потрачено сил, энергии и эмоций на это все. Поэтому я уже даже довольна даже этим. Может быть, какие-то есть мелкие недоработочки, но это все сделается. Но это так, моим чисто, моим взглядом, обывательским. Вот. А так я очень довольна. Все круто, очень много классных людей участвовало в этом проекте. Красивенные девочки, красивущие платья, столько света было красивого, столько конфетти летало, там дыма. Ну, в общем, я, во-первых, всем будущим невестам советую задействовать все на своей свадьбе, потому что такой эффект имеет, что просто вы запомните на всю жизнь. Рядом со мной Светлана, агентство «Сию». Ну что, как тебе клип? Ну, благодаря таким работам и таким песням снова начинаешь еще больше верить в любовь. Что-то чистое, большое, светлое. Очень здорово, что такие произведения есть. И такой, ну, клип праздничный. Мечта каждой девушки быть в белом платье. Поэтому, я думаю, Сергей Лобковский попал в точку и будет очень трек популярный и известный. Клип посмотрели, все круто. На самом деле волнений не было, потому что было с Викторией все четко, с расстановкой, все по пунктикам. Поэтому, ну, волнение с ней было, то сегодня у меня, наверное, когда я представляла партнеров. А так на площадке было все круто и никакого волнения. Все ли получилось сделать, что было задумано? Да, получилось все сделать. Даже было, как уже сказали режиссеры, легко, потому что девочки и мальчики, которые участвовали, были очень классные, все понимали, никто не перечил, было супер. А как тебе клип? Мне клип очень нравится, он такой нежный, классный, и я думаю, что на свадьбах эту песню по-любому будут крутить, светиться она будет. Ну и клип, я думаю, что понравится многим, потому что все-таки свадьба — это такая тема, которая всем девочкам точно нравится. В принципе, и даже более, то, что я ожидала, превзошло моих ожиданий. Вообще, просто, честно, у меня нет слов, это так настолько круто. Просто обалденное количество людей, которые подали заявки на списки гостевые. Их более чем вместимость зала ресторана «Чайхана Базар». Более чем 250 человек. Мы такого не ожидали. Грандиозное событие 16 марта на презентацию клипа на новой песне группы «Цвет алоэ» в платье белом. На самом деле все очень здорово, очень романтично. Все наполнено атмосферой любви, счастья, безграничной радости. Мы, коллектив ресторана «Чайхана Базар», всегда рады принимать такого рода мероприятия. Мы
рады помогать творить любовь, добро и все, что с этим связано. Рядом со мной координатор Мила. Расскажите, как вы сегодня помогали все это организовать? Сегодня было очень-очень много гостей. По списку каждый проходил гость. Было очень много желающих попасть просто так на презентацию, но мы были гостеприимны, поэтому мы разместили всех. И сейчас каждый гость наслаждается данным мероприятием. Как тебе клип? Великолепный клип. У Сергея каждая работа с каждым годом все лучше и лучше становится, и я верю в его дальнейший успех. Ну, я очень давно знаю Сергея, мне, в принципе, всегда нравится его отношение к работе, такое правильное и точное. И этот клип, в принципе, тоже очень благородно сделал. Забавная режиссура, хорошая идея. Сереж молодец. Ну и вся группа, естественно. Я слушала песню уже давно, ее слышала. И очень хотела посмотреть на клип. Клип вообще супер. И невесты красотки. Жена Сергея вообще сыграла очень много. Ну, мне очень понравилось. Насколько вы думаете, вообще сейчас актуальна тема свадьба, любовь, брак? Стоит ли про это петь? Да. Сергею, да, у него это получается. Потому что он очень такой романтичный весь. Ну, ему это подходит, не всем это подходит просто. Вот. Давайте пожелаем всем найти то, что им подходит. Всем-всем большой любви. Любовь спасет мир. Ну что, Берта, как тебе клип? Честно, откровенно, понравился? Мне нравится то, что Сергей очень четко чувствует веяние времени. Я прекрасно понимаю, что эта песня будет играть теперь на всех свадьбах страны. И он молодец, что сделал так. Клип прекрасен, он вызывает в невестах и в женихах наверняка самые светлые чувства. Поэтому поздравляю. Сережа, я тебя поздравляю. Я знаю, что на самом деле сложно понять, хорошо ты сделал свою работу или не очень хорошо. Вот вы, глядя на клип, что можете сказать? Вы с собой довольны? Ну, общая картинка мне понравилась. Если честно, я думала, что я не буду себе нравиться, ну, на видео. Потому что очень часто так бывает, что, ну, как бы смотришь на себя со стороны и не нравишься. Вот, но мне все очень понравилось. И, ну, то есть, я не ожидала. Очень, ну, я хочу еще пересмотреть, потому что я только один раз увидела. Как вам клип, скажите? Очень понравился, очень классный клип. Еще хочется посмотреть пару раз, чтобы все детали конкретно просмотреть. В целом все очень классно. Очень-очень рада за Сергея, что он вот именно хотел и воплотил. Я представляю, какие у него чувства, какие у него эмоции. Это его. И он написал эту песню для своей жены. И тут вот вообще просто ни слов. Очень рада за него. Да, вас понимаю. Кстати, хочу сказать, что вы на самом деле отлично справились, вот чисто мое мнение. Как будто вы в клипах снимались уже, наверное, раз 15, так что я вас тоже поздравляю, это и ваша победа тоже. Сереж, во-первых, хочу тебя поздравить, что все состоялось, все получилось. Как по мне, клип на самом деле очень здоровский, очень душевный. И видно, что это искренне от тебя все это исходит, не показуха какая-то, а ты реально это чувствуешь. Спасибо тебе за эту искренность и за живой звук, который я всегда очень ценю. Спасибо огромное. Мне очень приятно, что вы нас, как всегда, поддержали. И я надеюсь, что это действительно состоялось правильно. Мы долго работали, долго вынашивали всю эту идею. Сегодня ее реализация. И наконец-таки можно выдохнуть и насладиться атмосферой. Фу. Как думаешь, что гости сказали о твоем клипе? Мы-то уже знаем, мы уже спросили. Ну, я думаю, что у каждого свое мнение. И я не претендую на какой-то суперклип. Он получился действительно душевным, на мой взгляд, честным. И там были использованы простые люди, которые хотели бы попасть в профессиональный видеоклип, и я надеюсь, нам это удалось. Ну что, когда новый клип будет? Но мы над этим будем работать, обязательно в скором времени порадуем. Что-нибудь для своих гостей от души? Хочу пожелать всем искренне любви, созерцания, вдохновения, чтобы все ваши планы реализовывались, задачи ставились и достигались. Ну и, конечно же, чтобы ваши любимые люди всегда вас радовали. Счастья вам! Прежде всего, от лица проекта «Поговорим» хочется поздравить Сергея Лобковского, группу «Светолой» и всех-всех-всех, кто принимал участие в съемках клипа. Ребят, у вас все на самом деле получилось. Мы всегда рады вас поддержать. Ждем от вас новых хитов. С вами был проект «Поговорим». Всем пока!